Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Тренинг Онлайн. Меня зовут Андрей Быченко, и сегодня расскажу вам, как научиться делать твист. Для начала нужно разобраться, что же такое твист. Твист – это отход как на сальто назад, в воздухе разворот на 180 градусов и приземление как после сальто вперед. Для того, чтобы учиться делать твист, нужно обязательно уметь делать сальто вперед, сальто назад, кувырок, страховку, а также желательно уметь делать полвинта вперед и полвинта назад. Если вы еще не умеете делать эти трюки, переходите по ссылкам в описании и смотрите видео. Перед началом изучения твиста нужно правильно выбрать, в какую сторону вращаться. Рекомендую посмотреть видео о том, как это сделать, по ссылке в описании. Давайте оценим трюк по шкале ABC, где C – это начальный уровень подготовки, а A – продвинутый. Первое подготовительное упражнение – полвинта в страховку через плечо. С каждым разом старайтесь задавать вращение больше через спину. Дальше сделайте кувырок с махом рук снизу вверх. С каждым разом начинайте крутить винт больше через спину. Чтобы лучше чувствовать свое тело в пространстве и обучаться трюкам быстрее, присоединяйтесь к моей программе тренировок онлайн Art of Body Control. Кликайте по ссылке в описании, регистрируйтесь на сайте и получите бесплатную неделю онлайн тренировок. Когда прочувствуете траекторию вращения, добавляйте группировку и делайте сальто. Для того, чтобы проще докрутить сальто, пробуйте делать с высоты, с рандата или на батуте. Траектория вращения должна быть вертикальной. Уделите этому внимание, чтобы делать ровный вертикальный твист. Если вы не прочувствуете траекторию и будете делать срыв, то на этом этапе можно застрять надолго. Вы будете делать сальто на ноги, но это будет не твист. Похожая ситуация с траекторией вращения в фулл-твисте и заднем винте. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, в котором я расскажу, как научиться делать кувырок с винтом или дайв-ролл 360.